Всем привет! Мне очень холодно, поэтому я буду говорить быстро. Как видите, я не в летней одежде, а можно сделать выводы, что я не... Можно сделать вывод, что я не во Флориде, я в Нью-Йорке, да, я прилетела сюда, чтобы отпраздновать Новый год, но здесь все закрыто именно в эту ночь, потому что ковид, вот, поэтому завтра будем веселиться, я вам все это покажу обязательно. И еще в этом выпуске будет... Что будет? Катушки с коннектором. Hellcat. Прямо сегодня мы будем менять свечи. Посмотрите обязательно видео до конца, там вас ждет розыгрыш. А сейчас пошли, я покажу вам Нью-Йорк зимний, холодный. Находится он на Таймс-сквер в Нью-Йорке. И здесь просто все виды M&M's, которые существуют. Футболки, чашки, сувениры M&M's. Короче, идемте посмотрим. Это реально очень круто. Не советую ехать в Нью-Йорк зимой. Я была там и зимой, и летом, и хочу сказать, что летом там на 100% лучше, теплее, зеленее, чище и теплее. Я уже 4 года не видела зиму, поэтому для меня было очень непривычно приезжать в Нью-Йорк. Я даже не знала, как одеваться, поэтому я взяла всего лишь 2 пары лосин. И на второй день я надела 2 пары на себя, но мне все равно не помогло, и поэтому, слава богу, я живу в Флориде. А мы двигаемся дальше. Я очень соскучилась по Хеллкэту, поэтому полетели. Короче, ваша любимая рубрика «Ангелина чинит Хеллкэт». Сегодня мы поменяем свечи на гоночный. Еще мы поменяем крышку компрессора прокладки. И самое колхозное, чем мы сегодня займемся, это мы покрасим крышку компрессора в черный цвет. Какой цвет, вы узнаете попозже. Отлично. Крышку компрессора в черный цвет. Все профессионально. Видите, мы такие кожаные штуки черные положили, чтобы не заляпать, не поцарапать дорогую мне машину. И вот мы уже сняли шильзик, тут была кошечка СРТ. И сейчас баллончик возьмем и так. И все, надеюсь, будет нормально. С нами наш самый главный механик Флориды, Александр. Вот такой вот на 30 он себе накачал.
полочка такая. Чем ты сейчас занимаешься? Хернёй, блядь. Вот такие вот у нас свечи. Пишет гоночные. Вот, сейчас поменяемся, у нас красивенько, быстренько. И после того, что мы сегодня делаем, мы поедем на диностенд и посмотрим, сколько лошадиных сил прибавили эти гоночные свечи. Вряд ли много, но... Смотри, какой самолет большой. Смотри. С четырьмя трубами. Ой, двигателями. Да сними! Достали мы старую, и она была трещиной, и мы ее достали, и вот она раскололась полностью. Прикинь? Ну, почти полностью. Вообще, шел второй час нашей работы, и менять свечи должна была я. Но что-то пошло не так, мне холодно, и там все посложнее, чем мы думали, и мы вызвали вот такого вот механика, который работает, конечно, 50 на 50. Слишком медленно. Сейчас буду сама свечки. Короче, сейчас буду сама свечки. Все, ребят, вы готовы увидеть готовый результат нашей покраски крышки компрессора? Я надеюсь, вам понравится. Уля-ля! Цвет немножко получился сероватый из-за того, что это матовая краска. Ну ничего! Напишите в комментах, что вы думаете. Вам нравится больше серебристый хромовый цвет, который был до? Или все-таки черный поинтересней? Мне кажется, что черный все-таки круче выглядит. Ладно, ребята, мы двигаемся дальше к теплому вайбу из Майами. Ребята, сейчас 6 утра, на улице еще темно, мы ждем наших знакомых, они должны забрать нас, и мы должны поехать на Исла-Мораду, это час езды от Майами. Там мы возьмем джетски, лодку и поедем плавать. Поэтому полетели. Короче, мы приехали на место, называется Робис. Тут можно покушать. Тут можно кормить рыбок больших и пеликанов вот таких вот. Смотрите мой канал, потому что там гораздо больше информации. Короче, подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. Вы слышали, это класс. У него много очень интересного про Майами и про погружение в воду. Запомните его лицо, скоро он будет. Погружение в воду, да. Спасибо, круто. Мы это не вставим. Смотри. Всякая, видишь, смотри, какую дорогу продают. И у них, короче, такая, короче, у них... Вот такой вот, ребят, райский уголок. С вот такими вот друзьями. Которые могут подумать, что твоя рука — это рыба. Злые ребята. Выхватывают из рук всю рыбу. Пресная вода, можно помыть руки. А куда надо? Вот. Уля-ля. Молодец.
Дали газку! Надо держаться. Ребята, это видео подходит к концу. В первую очередь я хочу вас поздравить с Новым годом, с Рождеством. И в честь этого у меня есть для вас три подарка, которые я купила в Нью-Йорке, прямо на Таймс-сквер. Будет три победителя. Первый победитель получит вот такую вот полицейскую машинку прямо из Нью-Йорка. Второй победитель получит вот такую вот самое настоящее нью-йоркское такси, которое вы видите во всех фильмах. Написано на крыше «I love New York». И третий победитель получит номера «Я люблю Нью-Йорк». Все, что нужно, чтобы участвовать в этом конкурсе и претендовать на вот эти вот три крутых подарочка, вам нужно всего лишь написать любой комментарий под этим видео, желательно положительный. И в следующем ролике я рандомным образом выберу троих счастливчиков и отправлю вам вот эти вот прикольные ништячки. Эти машинки мне особенно тяжело отрывать от сердца, потому что, на самом деле, кто не знал, у меня очень большая коллекция игрушечных машинок. В Украине, правда, я их сюда с собой не привезла. Но при первой же возможности переправлю их сюда и выставлю все красивенько на полочку. Но здесь я уже успела собрать небольшую коллекцию. Сейчас я вам покажу ее. Вот такие вот машинки. И угадайте, какая здесь моя самая любимая. Смотрите, какой Шелби. Ладно, ребят. Большое вам спасибо, что смотрите мои видео, мне очень приятно, что вы пишете комменты и ставите лайки. Удачи вам и увидимся в следующем видео. Пока!